Друзья, добрый день! Сегодня немножечко хочу вам показать, что я сделал в теплице, потому что я знаю, что многие интересуются тем прогрессом, который здесь происходит. А сегодня я для эксперимента, как бы уже сегодня 13 марта, в общем-то тепло, и в теплице достаточно и света, и тепла. И я надеюсь, что этот эксперимент он удастся. То есть я сегодня отсадил два бананчика. Вот. Один и второй. И один ананас. Вот я посмотрю, как они приживутся. То есть, если с ними все будет хорошо, то люди, которые у меня записывались на покупку бананов, первые они получат вот эти вот два банана. Остальные я буду отсаживать побольше, потому что они еще вот маленькие. Сегодня я еще пересадил бананы тропикана. Это вот этот банан. Тропикана, он совсем небольшой. И еще один, я его тропикана, вот он стоит, я его пересадил уже в такое вот большое ведро. Сейчас я за ним наблюдаю, укореняю, и только потом оно будет готово к продаже. Банан тропикана вырастает до 2,5 метра высотой. Если у вас есть зимний сад или частный дом, где высокие потолки, большие окна, чтобы растение могло получать достаточно света и тепла, вы можете выращивать банан тропикана. У него довольно-таки широко раскидываются листья, он красивое такое очень растение и дает около, ну, около 400, может даже больше бананов урожая. Также хорошо он размножается, у него прикорневые отростки есть, вы можете их там отсаживать и так далее, выращивать этот банан. И еще я создал в мессенджере, есть такой мессенджер как Telegram, создал группу. Для того, чтобы те, кто хочет, могли присоединяться в эту группу и общаться между собой. То есть мы можем обсуждать что-то по растениям, как-то задавать друг другу вопросы, интересоваться, у кого что есть, у кого что растет, делиться опытом, впечатлениями. А также есть канал на этом же Телеграме, на Телеграме там есть канал, в котором я только в одностороннем порядке какую-то информацию выкладываю и о чем-то рассказываю. Вы можете тоже на это подписаться, я могу вас добавить. И вы будете в курсе событий. Если вам это интересно, то в описании под видео есть номер телефона, где находится у меня этот мессенджер Telegram. Это 097-592-26-87. Для тех, кто живет не в Украине, это плюс 3-8-097-592-26-87. Вы просто мне там напишите, добавьте меня там в группу или на канал в Telegram. Я вас буду добавлять, и вы будете участвовать тоже в этой переписке, в обсуждении, и также вы будете получать эту информацию на Телеграме. Вот, поэтому милости прошу, конечно, в этот мессенджер. Я еще что сделал сегодня? Я поубирал немножко цветов на лимонах, потому что есть лимоны, которые еще, допустим, такие небольшие, вот такой лимончик, но он начинает очень обильно цвести. Я эти цветочки поубирал. Также здесь. А, еще у меня сегодня такая приятная новость для меня. Андрей, отойди подальше чуть-чуть. Вот туда назад. Я вам еще не показывал. Сейчас у меня есть три ананаса, у которых пошли плоды. Это вот этот вот, Андрюш, сними его. Вот видите, еще один пошел. Этот сорт покрупнее, это не бэбик. Но пока что я не вижу у него прикорневых отростков. Но они появятся чуть попозже, где-то в мае они начнут появляться. И обнаружил еще сегодня вот такой вот, вот там аж внутри, я не знаю, видно, не видно будет, появился такой пятачок. Это появился у нас уже четвертый ананас, появился вот в этом году. То есть скоро мы увидим сам маленький плодик, а ананас, который появился самый первый, он уже начинает выпускать такие вот листочки. Сейчас мы посмотрим, он дальше там стоит. Фейхоа у нас, видите, как... Вот он. Вот он начинает выпускать вот такие вот маленькие сиреневые как бы лепесточки. И через какое-то время он весь ими так заполнится и будет такой вот красивый ананасик, такой красиво смотреться. Вот, вы можете это выращивать у себя дома. Вот этот, который позже выстрелил, видите. Это есть. У него есть прикорневые отростки, вот их несколько штук надо, кстати, буду пересаживать, отсаживать. Пока еще это не делаю, но скоро буду. Вот, хорошо инжир пошел. У кого дома есть
Опять же, условия, зимний сад. Или просто вы на подоконнике выращиваете. Я вот хочу, Андрей, подойди сюда. Я сегодня обнаружил, что пошли плоды еще. Вот. Здесь плоды где-то еще. Их так сразу не видно. Все зеленое и не сразу видно. Вот. Да-да-да, вот пошли плоды. Вот они. Ну, вот это, скажем так, первый урожай. Ну, его основная часть этого урожая, она пойдет где-то в конце апреля, в мае, начнет вот, выпускать эти плоды, его будет больше. Ну, а потом, естественно, второй, третий. Мы с вами мы понаблюдаем за этим всем делом. Я еще хочу вам анонсировать такой ролик. Он будет немножко попозже. Человек, который тоже любит такие вот растения, бананы, различные вот тропические растения. Он выращивает их дома, он живет в городе Днепр, Украина. И он создал, ну, можно сказать, идеальные условия для растений именно в квартире. Я его попросил, чтобы он снял у себя всю вот эту вот обстановку и прислал мне видео. Как оно будет только готово, я вам обязательно об этом расскажу, поделюсь на своем канале. Вы посмотрите. И те, кто захочет последовать его примеру, вы можете сделать так. Я надеюсь, что он все подробно расскажет. Человек очень открытый, очень с удовольствием все рассказывает, делится своим опытом. И я надеюсь, что мы даже можем как-то общаться, вы можете какие-то контакты взять у него, если захотите поподробнее об этом узнать. Вот, так что следите за видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Репостите. До скорых встреч.